Азу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и приносим в первую очередь свои соболезнования в связи с гибелью дочери посланника Аллаха Фатимы Захры Саламулла алейха. В связи с этим событием мы проведем множество передач, посвященных этой теме. И для этого вопроса, для более подробной информации о такой великой личности, как Фатима Захра Саламулла алейха, которая жила, некоторые говорят, предания говорится, что 75 или 95 дней после смерти посланника Аллаха. Для этого вопроса мы пригласили в студию Ходжат Алислам Валь Муслимин Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Уважаемый Шейх Гурбан, приветствуем вас на нашей телепередаче и хотим от вас более подробно узнать информацию о великой личности Фатиме Захре, саламулла алейха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую прежде всего дорогих телезрителей Хади ТВ3 и приношу свои соболезнования в связи с годовщиной мученической смерти Ее Светлости Фатимы Заз-Захра, саламуллах алейха, соболезнования всем мусульманам и в частности последователям непорочного семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, в связи с мученической смертью, которая является своего рода мученической смертью, которая играет важную роль в мусульманской истории, играет так же, как и личность самой Фатимы Заз-Захра, саламуллах алейха, играет крайне важную роль в исламском учении, в исламской истории, да и не только в исламской истории, в истории всего человечества. Если мы захотим раскрыть личность ее светлости Фатимы Заз-Захра, саламуллах алейха, то это очень крайне сложная задача. Очень сложная задача, то есть попытаться объять эту личность, все ее величие при всей нашей ограниченности, тем более в особенности, если мы имеем то отношение, которое уже сформировалось, стало обычным делом среди человеческого общества, то отношение, которое формировалась по отношению к историческим личностям или к историческим событиям. То есть мы с какой точки зрения, и в особенности это касается в первую очередь современного человечества, которое имеет особое отношение к тем событиям, которые происходили в прошлом, и тем личностям, которые жили в прошлом, имеет особое отношение. Это отношение исламом не поддерживается. Ислам это отношение не воспринимает всерьез. Если мы обратимся к учению священного Корана, к учению священной Сунны, к словам непорочных, то мы увидим, что они к истории имеют совершенно другое отношение, чем то, которое имеем мы. По этому поводу можно очень долго говорить, и не хотелось бы, конечно, этот вопрос затрагивать, но я исключительно для того, чтобы этот вопрос не остался полностью недоговоренным, чтобы, потому что я так понимаю, что ну, совершенно очевидно, что телезрители, которые сейчас нас слушают, они не понимают, о чем идет речь. Что это за отношение, которое не принимается исламом, не принимается непорочными? Что это за отношение? Чтобы понять, чтобы дать понимание, мы приведем всего лишь, попытаемся на современном этапе попытаться на примерах современного человечества, современной истории, попытаться дать понять об этом, дать понимание этого вопроса. Обратите внимание, вот мы современные люди, если вы посмотрите на то, как они относятся к тем или иным личностям, к знаменитым или незнаменитым, то мы здесь будем наблюдать определенную классификацию, определенную дифференциацию будем наблюдать между людьми, где одни люди будут иметь больше популярности, другие будут иметь меньше популярности. И не только это отношение не имеет исключительного, не является исключительно особенностью людей как таковых, обычных людей, да? И наука имеет это отношение более завуалированно, более так скрытно, но это отношение тоже имеет.
Ну, в принципе, оно с какой-то точки зрения и логичное отношение. Что это за отношение? Это отношение, когда человек оценивается по ощутимым следствиям, по ощутимым следствиям. Например, если я держу в руках компьютер или держу в руках планшет, это для меня нечто ощутимое. Это я вот ощущаю. Я, например, планшетом пользуюсь и так далее. То есть вы имеете 5 чувств, имеете в виду? Ну, осязание, да, нет, или вообще? Нет, то, что ощущается, не только, почему нет. То есть то, что наше время в реальном времени, да, вы имеете в виду? То есть прошлое же нельзя ощутить, вы это имеете в виду? Нет, почему? Например, мы знаем исторические данные, да, то есть что происходило, те или иные процессы и так далее. Это тоже нечто ощутимое. Если я держу, например, в руках планшет, я пользуюсь этим планшетом, я наблюдаю определенные свойства, определенные качества и определенную пользу для себя извлекаю из этого аппарата, то я согласно этому аппарату оцениваю того, кто его создал. Так рассматривает, это, конечно, я повторюсь, это простой пример, это такой, так сказать, не совсем, чтобы он был понятен. Пример для того, чтобы был понятен. Речь не об этом, речь намного чуть более сложнее. Именно таким образом история рассматривает, наука история рассматривает личности и события. Какие последствия они за этими вещами последовали, ощутимые. То есть история рассматривается как цепь причин и следствий, в которых роль играет материя. То есть материя. Я создал планшет, планшет сыграл ту или иную роль. Ну, разные есть точки зрения, да, то есть на роль тех или иных вещей. Но в подавляющем большинство роль придается именно материи. Ислам с этой точки зрения вообще не смотрит. Ислам с этой точки зрения не рассматривает историю. В истории с точки зрения ислама очень важно, очень значимую роль играют духовные вещи, духовные ценности. Они истории недоступны, история этих вещей не ощущает. История не может оценить эти вещи. Человечество в большинстве своем не может оценить эти вещи. И поэтому для них, например, какой-нибудь завоеватель, человек, который завоевал те или иные страны, объединил страны или разъединил страны, для них, для истории, этот человек для человеческой истории более важен, чем, например, та же самая ее светлость Фатима Туз-Захра, саламу алейха. А если мы обратимся к исламскому учению, почему это важен этот завоеватель? Ну, неважно, кто это, Наполеон, например. Наполеон сыграл для Европы, например, или для всего мира, с точки зрения истории, то есть с этой ложной точки зрения на историю и на человечество, сыграл намного более важную роль, чем ее светлость Фатима Туз-Захра, саламу алейха. А если мы обратимся к исламу и с точки зрения непорочных, то мы увидим, что Фатима Туз-Захра, саламу алейха, была, если не первой, не второй, не вторым, не первым человеком в истории человечества, изменившим и сыгравшим роль в истории человечества, в жизни всего человечества, то как минимум третьим был человеком. То есть настолько важную и не только сыграла роль в человеческой истории, но и в истории и в жизни всех остальных существ. Это то, что история проследить не может. И мы не можем относиться к личностям, мы не можем относиться к событиям с этой точки зрения. То есть точки зрения, когда история рассматривает все эти процессы, все эти личности со своего узкого вот этого окошка, где причины и следствия исключительно ограничиваются исключительно определенными явлениями, только определенными явлениями, все остальные не учитываются полностью. И поэтому, подходя к вопросу с точки зрения ислама и с точки зрения священного Корана, мы здесь немножко попытаемся, в частности, со слов Священного Корана, со слов непорочных, рассмотреть ее светлость, личность, ее светлость. То есть, каким образом мы должны воспринимать, да, именно?
ну, ее роль, кто она была, что она из себя представляла с точки зрения откровения, с точки зрения непорочных исламского учения. А вот вы сначала рассказать, как правильно не нужно ее воспринимать, или о том, как неправильно люди воспринимают, о чем Ахлебейт говорили, что это неправильное восприятие? Это не то, то отношение к личностям и к событиям, которые имеет история, принятая, общепризнанная история, она, это ошибочно. И то, что, то, как оценивает роль, допустим, даже мусульмане, мы не идем далеко. Мы даже, когда пытаемся придать роль, когда говорим о роли его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, или же говорим о значимости и ценности ислама, мы что ищем обычно? Ищем, а где какие-нибудь мусульмане или же какие-нибудь связанные с исламом люди что-нибудь такое да, придумали. Например, телевизор, может, придумали, может, компьютер придумали, может, не знаю, еще что-то такое придумали, стекло, может, придумали. То есть мы пытаемся такую материальную сторону искать, дабы придать значимость исламскому учению. Это ошибочно. Это ошибочно. Ислам этот подход и эту точку зрения не поддерживает. Уважаемый шейх Курбан, давайте прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим данную тему. Уважаемые телезрители, мы прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим данную тему. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, мы прервались на небольшую паузу, до которой говорили о личности Фатимы Захры, саламуллах алейха. Уважаемый шейх Курбан, вы говорили об ошибочном понимании истории, углублении и восприятии истории. Не могли бы более подробнее сначала рассказать об ошибочном, а потом, я уже думаю, будет правильно перейти к тому, как правильно нужно воспринимать историю. Ислам с точки зрения, история с точки зрения исламского учения – это единый процесс, друг от друга неотделимый. То есть вся человеческая история – это тесно связанный между собой процесс. Процессы – единый процесс, это даже неотделимый друг от друга процесс, где главную роль играют люди Бога, божественные люди. Даже если история, если мы открываем историю, пишем, читаем, например, про того, про этого завоевателя, про того, полководца или про того советника какого-нибудь, например, царя, короля и так далее. Мы это про какие-то войны, но этот процесс исторический, человеческий процесс, это такой процесс, где важнейшую роль в истории человечества играют совершенно другие люди. Не те люди, о которых мы считаем в истории. И поэтому, обратите внимание, мы, открывая божественную книгу, священную книгу, которая не является книгой по истории. Это не книга по истории. Но при этом мы же обнаруживаем исторические данные. Допустим, про фараона. Да, в священном Коране рассказано о важнейших событиях из человеческой истории. Это с точки зрения ислама на историю. Важнейшие события человеческой истории. И здесь мы обнаруживаем две стороны, две силы.
сторону дьявола и важнейших его представителей, вне зависимости, кто они были. Это был фараон, правитель, или это был просто обычный саммери, который создал этого тельца. Человек, который не имел того влияния, дабы история обратила на него внимание. История не обратит никогда внимания на саммери. Что он сделал? А Коран обращает. Почему? Потому что с точки зрения ислама... Он поменял ход истории, грубо говоря, нет? Да, то есть, повлиял. Да, конечно. Сыграл важнейшую роль с точки зрения ислама, с точки зрения Корана. А история этого не замечает. Пусть плохую, хорошую, неважно. Просто да, здесь мы видим людей Бога и людей дьявола, которые играют важнейшую роль в ходе истории. И те процессы, которые происходят, тот мир, в котором мы живем, является плодом их трудов. Они создали этот мир. Этот мир не создавался вот этими людьми, о которых мы читаем в истории. Эти исторические фигуры, исторические личности, исторические с точки зрения науки, история, вот эти фигуры, они всего лишь марионетки в этой истории. Они не играют ту самую реальную роль. Здесь мы обнаружим историю Юсуфа, алейхиссалама, мы обнаружим историю Ибрахима, алейхиссалам. Адама. Обнаруживаем историю Нуха, алейхиссалама. А история этого всего не видит. История это все для истории это незначительно. Просто один фактор. Один исторический факт, который описан в том числе и в Священном Коране, как Ибрахим, алейхиссалам, разбил идолов. Для человеческой истории, и как сказано в Священном Коране, то здесь на это обращается внимание. Это важная составляющая, придающая историческую значимость его светлости Ибрахима, алейхиссалам. И в Священном Коране неоднократно говорится об этом. Почему? Потому что то, что сделал Ибрахим, это было судьбоносным делом. И вообще жизнь Ибрахима, алейхиссалам, его действия, его поступки, его учения и вообще его наличие как такового, как это судьбоносное, нечто судьбоносное для всей человеческой истории, для всего человечества. Вот в этом разница. То есть, если мы... Это коротко, я не хочу в этот вопрос углубляться, на самом деле оно заслуживает большего внимания, это обсуждение, эта тема. И с этой точки зрения, если мы обратимся к личности его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то обнаружим, что это человек важнейший для человеческой истории, решающий для человеческой истории. И с этой точки зрения, если мы посмотрим на его дочь, на ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха, и на ее личность, и на ее роль в истории человечества, и вообще вот в этом божественном процессе, который, едином процессе, который происходит, и который, несомненно, достигнет какого-то определенного результата, придет к какой-то определенной точке, которая и описана в Священном Коране, и была исламским учением неоднократно озвучена. В этом процессе и в достижении этого результата ее светлость Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха, играет важнейшую роль. Но каким образом? Мы попытаемся понять. Я на самом деле хочу закрыть эту тему, потому что мы чуть-чуть отошли от личности ее светлости Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха. И хотя это было вступление, наверное, необходимое, но все-таки это немножко отключенная тема. Я надеюсь, что телезрители, хоть мы смогли донести хоть какую-то ясность, внести в данный вопрос, в эти два взгляда. Взгляд ислама на историю и взгляд всех остальных на историю. Обратите внимание, в Тахдибуль Ахкаме я хочу начать разговор о ее светлости Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха, речами непорочных. В Тахдиб аль-Ахкаме шейха Туси приведено предание от его светлости имама Багра, алейхиссалату вассалам, который, говоря о том, как приветствовать ее светлость Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха, говорит следующее. «Я мумтаханату, имтаханаки Аллаху, лади халагаки габля ан яхлукака, фаваджадаки лима имтаханаки сабира». Та, которая была испытана, про Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха, вот та, которая была испытана. Испытал тебя Бог, тот, который создал тебя, испытал тебя до того, как ты родилась, испытал тебя до рождения.
فَوَجَدَكِ لِمَا إِمْتَحَنَكِ صَابِرًا. И в этом испытании он нашел тебя терпеливой. Нашел тебя терпеливой. То есть здесь это одна, это первая часть речи его святости Имама Багира алейхи салату вассалям, имеет продолжение, но мы этого коснемся чуть позже. О чем здесь идет речь? Согласно исламскому учению, каждый человек, который играет тут в этой жизни какую-либо роль и имеет какую-то ответственность, эта ответственность, обратите внимание, была возложена на него до рождения. Это ясный аят священного Корана. Ну, например, все люди без исключения имеют ответственность. У всех людей есть одна общая ответственность. Несмотря на отличия между людьми, одни люди имеют некую ответственность, которая не имеет никакого отношения к другому. Так? У кого-то есть своя собственная ответственность, не имеющая отношения к другому. Но наряду с этим есть общая ответственность, всеобщая ответственность. Ответственность всех людей, обязанность всех людей. И об этой обязанности сказано в одном из аятов священного Корана. Сказано: «Алам ахад илейкум я бани адама, ан ла та'буду шайтан, иннаху лакум адувву мубин». «Разве я не взял, о сыновья Адама, не взял с вас обещание, разве я не взял с вас обещание, разве я не взял с вас завет, что вы не будете поклоняться дьяволу? Воистину он является откровенным врагом вашим. Открытым врагом вашим». О чем здесь идет речь? Когда Бог взял с нас этот завет? Когда этот завет взял? Этот завет был взят со всех сыновей Адама, со всех потомков. Этот завет был взят до того, как люди родились, пришли в этот мир. И в чем заключается этот завет? Здесь сказано: «Ан ла та'буду шайтан», чтобы вы не следовали за дьяволом, чтобы вы не поклонялись дьяволу. То есть единобожие и отказ от ослушания Бога, отказ от многобожия – это общая ответственность всех. И эта ответственность была возложена человеком не после того, как он родился. Эта ответственность была возложена до того, как он родился. И даже более того, человек принял на себя эту ответственность. Или в другом аяте священного Корана сказано: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Когда Бог взял сыновей из сыновей Адама, из их спин, взял их потомков и заставил их свидетельствовать против себя, сказав: «Алясту би раббикум», разве я не являюсь вашим Богом, вашим Господом? Бела, они сказали да, они признали, все сыновья Адама. Здесь в этом аяте говорится о всех сыновей Адама. Шахидна ан такулу йаум аль-кьямати инна кунна ан хада гафилин. Мы взяли с них свидетельство, чтобы они в судный день не говорили, что мы были в неведении о своем Господе. В преданиях, которые толкуют этот аят, и другой аят, в этих преданиях говорится о том, что это событие до рождения. Что произошло? Здесь, возможно, в переводе... Душу людей, да, спросил Аллах? Не у самого тела? То есть нет, здесь другое сказано. Не у душ. Я как раз хотел этот момент разъяснить, потому что в переводе, который мы озвучили, не совсем понятно, о чем идет речь. Но в арабском языке, то есть в арабском, в оригинале все ясно. Здесь сказано: «Ваид ахада раббука мин бани адама мин зухурихим дурриятахум». Это как? Это как? Сейчас мы можем это объяснить. Возможно, 200 лет назад мы не смогли бы это как следует объяснить, привести хороший пример. Представьте себе видеопленку, вот эти вот старые видеопленки, да? Yeah. Там кассета. Кассета. Ее можно поставить на перемотку. Yeah. И быстро все перемотать вперед, а потом быстро перемотать назад. Yeah. Бог сделал то же самое с людьми. Все люди в быстрой перемотке родились и вернулись обратно. И когда Бог, все это человечество, все те люди, которые были до сих пор, которые жили до сих пор и умерли, и все те люди, которые родятся,
уже однажды рождались, однажды вышли из спин своих предков. Но это было в том мире, который они не помнят, люди на данный момент. Нет, они этого не помнят. И тогда не то чтобы не помнят. Кто-то помнит, кто-то не помнит. Есть разные люди. Да. Кто-то помнит. Люди Бога, приближенные Бога, помнят. То есть каждый человек может это вспомнить. Ему достаточно всего лишь сделать шаг в эту сторону, и он вспомнит это, вспомнит свой, и свой завет и так далее. То есть мы видим, что Бог наложил определенную ответственность на все человечество еще до рождения, до этого мира, до того, как появиться вот в этом мире, вот в этой жизни появиться. И определенную ответственность мы здесь наблюдаем. Но есть люди... У нас есть еще время или наше время? Нет, наше время, к сожалению, подходит к концу. Я думаю, если хорошо, тема длинная, да, то лучше продолжить. На следующей передаче, да. Все хорошо, уважаемый Шейх Гурбан. Спасибо за то, что пришли, уделили время. Иншаллах, будем ждать вас на следующей передаче. На этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух. Уважаемые телезрители, я вам еще раз приношу свои соболезнования. Прощаюсь на этом моменте с вами. Иншаллах, увидимся на следующих передачах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.